но все так же гонятся за длинным баксом. Я бы подумал об этом, но лучше просто послушаю Нирвану. Это были Funny Money. Увидимся. Come as you are. Которые рядом с вами и для лучшего дня. Не прозевай утро на М24. По будням с 6 до 11. Утро на телеканале Москва-24. Пару буквально фраз, твое мнение. Самый громкий проект. Вот мы и узнали. Кино очень разделено. Артхаус. Артхаус. Да. Я считаю, что человек, занимающийся любым делом, должен быть профессионалом своего дела. Я, например, самообразовываюсь всегда, каждую секунду, если есть такая возможность. Если есть книги по актерскому мастерству, выпущенные в других странах, и они переведены на русский язык, я обязательно возьму эту книгу. Я хочу внести что-то новое в свою профессию. Я хочу, чтобы зритель увидел меня по-другому, чтобы я ему показал что-то необычное, и мне самому интересно. Мне кажется, вообще в профессии высот не может быть. Ты всегда можно идти в гору. Мы, котики, самые прогрессивные мяу-сквичи. Посудите сами. Я решила разделять мусор. Наташа не оценила. Бублик, куда ты лезешь? Перешел на вегетарианство. Отойди от герани. Опять недовольна. А за мой перформанс ее кроссовки вообще носом натыкали. Я художник, я так вижу. Но я не сдаюсь. Переходим на энергосберегающие лампочки. Бублик! Мрррр, вашему дому. Общественный резонанс вокруг поселка Аминовка в Подмосковье. Бастрыкин поручил проверить экопоселение на предмет религиозной секты. Почему возникли такие опасения у соседей? Температура падает, настроение тоже. В сентябре обещают октябрьскую прохладу. А пока тепло и сухо. Что ждать от погоды в ближайшие дни? Потом расскажем. Чемпионом в пляжном футболе. Как проходил матч, кто отличился в игре и как реагировали болельщики. Неожиданная атака в контактном зоопарке Екатеринбурга. Змея укусила 5-летнюю девочку. Из-за чего могло это произойти и как чувствует себя ребенок? В прямом эфире Светлана Ключникова. Приветствую всех на телеканале Москва-24. Вы смотрите новости, и мы начинаем. Строительством мусульманского экопоселения в Подмосковье заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить владельцев.